Всем привет! С вами дизайнер интерьеров Изабелла и Раиль. Мы находимся в нашем реализованном объекте, который расположился в городе Казань, ЖК «Экопарк Дубрава». Площадь этой квартиры 96 квадратных метров. Квартира была разработана для мужчины-холостяка. Главная особенность данного интерьера – минимум стен и больше пространства. А застройщика была дана планировка закрытой кухни, коридором и спальней. Мы же избавились от лишних стен и сделали объединенную кухню-гостиную. Что мы имеем по факту? В квартире у нас прихожая, кухня-гостиная, спальня с гардеробной, душевая и санузел. В интерьере применен стиль минимализм. Интерьер как единое пространство. У нас идет единый пол по всему контуру, единый потолок, одинаковые материалы на стенах и много повторяющихся деталей. Интерьер получился у нас монохромный. За основу взяли мы три основных цвета – белый, серый, черный – с добавлением древесных фактур. Хотелось бы начать с кухни-гостиной. Это центральное место в квартире. В основе данного интерьера лежит в удобстве, поэтому мы уделили большое внимание зоне ТВ, расположив большой, удобный и мягкий диван. Из интересных приемов в зоне ТВ мы хотели применить объемные панели с теневыми зазорами, но в целях экономии бюджета мы сделали надрезы в гипсокартоне, вставили Т-образные профиля и добились нужного эффекта. В данном интерьере мы отдали предпочтение крупному декору, таким как цветок, ваза, книги. Декор должен создать интересный акцент, но не должен забрать все внимание на себя. В зону ТВ есть выход на летний балкон. Все окна в квартире подчеркивают черные деревянные жалюзи, которые выполнила команда из Henny Home. А Раиля вставь, когда вот так вот он на меня. Я хочу вот сложить все, и я скажу. Давай. Подожди, дай мне время. Их нам изготовила компания Henny Home. Плавно с гостиной мы попадаем в обеденную зону, где у нас расположился просторный стол на 4-6 человек. Главным акцентом является подвесной светильник. Данный стол изготовила нам компания Manu. Стол изготовлен из керамогранита и железных, покрашенных в черный цвет ножек. Нам понравилось то, что мы сами смогли выбрать рисунок керамогранита. А, Рустента? Мрамор на... Нет, все, теперь я, да? Оказывается, не так легко. Для стола, для него. У нас из керамогранита. Было удобно то, что мы сами выбрали рисунок. Все. Из обеденной зоны нам открывается вид на кухню. Всегда мечтала произнести эту фразу. Всю мебель в этой квартире нам изготовила компания «Мебельдан». И непосредственно сам Рустем, руководитель и управляющий компанией, пришел к нам и расскажет о функционале кухни. Привет, Рустем! Привет! Очень приятно, что позвали на данный объект. И мне всегда импонирует сотрудничество с вами, ваши интерьеры, ваш почерк. И относительно этой кухни, наверное, хочется начать сразу с того, что легкость этого заказа была с самого начала. Наверное, это обусловлено тем, что изначально были поставлены четкие цели, особенно со стороны заказчика, где он сразу сказал, что квартира не для повседневного пользования, кухней часто пользоваться не будем. Здесь будет проживать в основном мужчины. И исходя из этого, нам практически с первого раза
удалось сделать данную модель, спроектировать, утвердить. Ну и что у нас получилось, давайте вкратце расскажу. Это Г-образная кухня. Один из наших излюбленных приемов – это максимально отказаться от верхних ящиков, тем самым задать легкость интерьеру. Но здесь по вот этой стене в данном случае мы не смогли отказаться от верхних ящиков, потому что все-таки до последнего обсуждали функционал и пришли к тому, что интерьер будет более законченным. И наличие встроенной вытяжки в данном случае, наверное, оправдывает себя. Тут хочется это и про дизайн, там и все. Все, погнали! Поскольку кухни не будут так часто пользоваться, поэтому ставить сюда большую островную вытяжку, наверное, смысла особо и не было. Наша излюбленная история с равновысокими фасадами по нижней базе задает такой особенный, наверное, шик и подчеркивает солидность данной модели. И надо сразу сказать, что здесь с умом подходили к бюджету, то есть должны были получить максимальный хороший функционал, надежность. В данном случае здесь искусственный камень акрил, подклеенная снизу мойка. То есть вот то, что прижилось в жизни и отрабатывает себя, исходя из нашего опыта общения с заказчиками, оно здесь воплощено. А всякие излишества, которые в данном случае абсолютно не нужны, здесь мы и не применяли. Поэтому бюджет получился достаточно таким посильным заказчику, он с первого раза согласился. Очень интересная игра цвета, такие базовые серые и белые. Цвета хорошо вписываются с фартуком и очень круто придумано дизайнером решение с жалюзями. А напротив как раз-таки зоны мойки у нас располагается достаточно такого большого размера, 1,5 метра окно, и мойка относительно центра смещена. Здесь как раз решается вопрос с открыванием окон. Есть хорошая зона для того, чтобы сушить крупногабаритные вещи. Многие спрашивают, почему вообще, зачем нужно располагать мойку рядом с окном. Здесь самым таким большим преимуществом данной модели является вот эта вот зона подоконника, которая находится за мойкой. И это на самом деле очень такой весомый козырь получения возможности сушить крупногабарит. Разная утварь, типа доски, блендеры, какие-то детали больших комбайнов, они отдельно нигде не просушиваются, и, как правило, они занимают место на рабочей зоне и лишают нас возможности полноценно работать, а кухня, которая снабжена подоконником, имеет дополнительную зону сушки, здесь всегда работает выигрышно. Также у нас по левую руку расположена сушка нижнего монтажа, она намного удобнее и приятнее, чем сушка классическая, которая находится над рабочей зоной, поскольку не нужно нам тянуться, мы не испытываем дискомфорт, когда по локтям скатываются капли воды с недосушенной посуды. Поскольку кухня у нас не рассчитана под такую интенсивную готовку, у нас здесь все удобства для того, чтобы пользоваться мойкой, сама большая, сам размер мойки, смеситель, дозатор, но не стали ставить измельчитель, поскольку он себя здесь на самом деле не оправдывает. Удобный доступ к хранению сортировки мусора. Все остальные базы у нас так или иначе либо откидные, но в данном случае посудомойка закономерно под правшу, и все остальные ящики у нас выкатные. В данном случае у нас задействована наша любимая фурнитура Bloom. Весь выкат на легробоксах у нас осуществляется. Можно вклиниться, наверное, в этот момент уже разбавить. Отдельно хочется отметить работу дизайнера, поскольку наша модель идеально вписывается в данный интерьер. Те акценты, которые присутствуют в кухне в виде черного цвета, идеально сочетаются с данным интерьером. Детали черного цвета, батареи, сам телевизор, прожилки, расшивка вот этой красивой стены за ТВ-зоной. Ну и вообще сама кухня, она как часть интерьера и абсолютно не перегружает его с хорошим функционалом. Ну и спасибо вам огромное за данную модель. И я считаю, что нам неплохо ее удалось реализовать. Благодарю вас, Рустем.
Спасибо вам за продуманный функционал кухни, за то, что помогли нам закупиться не только кухней и мебелью в этой квартире, но и техникой с огромной скидкой. Да, ну мы старались. На технике мы не стараемся сильно заработать. Все-таки это такой приятный бонус для нашего заказчика, когда он получает там технику практически по себестоимости. Но мы в основном зарабатываем на изготовлении мебели. Раз, два, три. Надо, наверное, мои руки там, вот как я окно открыл. Вот я здесь про окно рассказываю много. В зоне ТВ тумбы... Сейчас. Тумбы в зоне ТВ выполнены из того же материала, что мы и применили в прихожей. Здесь у нас ДСП с деревянной фактурой. Смузи, это шкаф же? Да. Вот это уже ваше. А вы думали, что это колонна? Да. Я отсюда не смотрел. Также мы добавили в зону ТВ хранение. Это открытые полки для визуального воздуха, для красоты интерьера. И шкафчик, который прячет за собой полочки для хранения приставки, пультов и дополнительных деталей. Так, раз, два, три. Через небольшое буферное пространство мы попадаем в прихожую. Прихожая имеет правильную прямоугольную форму и имеет две ниши. В одну из ниш мы встроили тумбу с встроенным пуфиком. Крючки и главным акцентом здесь является полукруглое зеркало. Так, раз, два, три. Шкаф для верхней одежды получился очень просторным, и здесь же мы спрятали щиток. По всей квартире у нас натяжной потолок, но в прихожей мы сделали на уровень ниже. У нас была несущая конструкция, и чтобы она не привлекала на себя внимание, мы сделали ее в один уровень. В прихожей получилась как одна целая коробочка. В квартире есть четкое деление на приватную и общественную зону. Заказчик очень любит встречать гостей, но при этом не стоит забывать про личное пространство. Мы сейчас находимся в спальне. Спальню мы разонировали на три части – зону сна, рабочую зону, а также гардероб. Главным акцентом является декоративная стена. Она выполнена из панели Орг. Она создает ритм и настроение. В поддержку данных линий мы использовали подвесы при кроватной зоне. Данные светильники выполнены в двух цветах – белый и черный. У данных светильников есть интересная фишка. Она светит в две стороны. Первое – освещение падает на кровать, когда мы читаем книгу, а вторая – освещает декоративные панели. В центре этой комнаты расположилась кровать 1,80 м на 2 м с красивым синим оттенком. Ну, вот и все. Я тоже так же считаю. Я не знаю про оттенки, ничего не надо говорить. Изюминка, изюминка. Это уже начинаем придумывать уже. Здесь мы применили краску от компании Swiss Lake. Два цвета – светло-серый и темно-серый. Рабочую зону мы выделили темной краской, переходящей на натяжной потолок. Это был наш первый эксперимент на натяжном потолке. И как показала практика, она себя очень хорошо даже чувствует. Мы выделили рабочую зону, это позволило выделить рабочую зону. Эта ниша нам идеально подошла для рабочего стола, которую мы выделили темно-серым цветом. Компания Мебельдан изготовила нам стол, о котором Рустем нам сейчас расскажет. Да, в эту нишу очень классно вписывается данное цветовое решение. Исполнение здесь: толщина плиты LDSP 25 мм, фасадная часть выдвижных ящиков MDF в эмали. Немного расскажу об этой поверхности. Она из категории доступных материалов, ее сложно поцарапать. Под столешницей у нас находится радиаторная зона, и для того, чтобы обеспечить теплоотвод, мы сюда обязательно интегрировали решеточку в черный цвет, она сочетается с жалюзями. Достаточно все просто, ну и самое главное, здесь просторно. 2 метра рабочего пространства, можно спокойно разместиться двум людям и комфортно себя чувствовать во время работы.
В целом тоже от себя хочу выделить, что на этой поверхности не видно пыли, как практика показала, и не особо видны отпечатки пальцев, что немаловажно для хозяйки. Здесь есть выкатные ящики, и этого достаточно для удобного хранения. А ящики у нас на системе направляющих скрытого монтажа от компании Blum, они полностью выкатываются, что дает максимальный доступ к внутреннему пространству ящика и дает хорошую вместимость. Ручек здесь нет, что соответствует в целом концепции всего минималистичного интерьера данной квартиры. Гардеробную зону мы зонировали стеклянной перегородкой в потолок. У нас получилась просторная гардеробная с большим количеством полок и штанг, а также здесь имеется интересная LED-подсветка для вещей. Санузел также продолжил концепцию данного интерьера, и мы применили два серых оттенка – светлый и темный. За счет этого мы добавили глубину и увеличили пространство. В санузлах мы не делали направленное освещение, но применили световые ниши в потолке. Это дало нам легкий рассеянный свет. Снизу у нас просторная тумба с выкатными ящиками, небольшое пространство для хранения полотенец, идет встроенная единая раковина, столешница из акрила, выполненная компанией Meridan. Почему мы не сделали ее до самого конца? Хотелось оставить пространство для длинных полотенец или халатов, которые можно будет повесить и сушиться. Также у нас здесь зеркало в потолок, которое тоже нам расширило пространство. Может, заново же, да? Да, заново. Есть эффект, что он вообще скрыт здесь? Или благодаря душевой у нас образовалась ниша, в которую мы встроили шкаф, и в него мы спрятали водонагреватель и стиральную машинку. Здесь достаточно большое хранение, где мы можем хранить полотенца, грязное белье. И также здесь удобно, что появилась стенка, которая не дает полотенцам упасть. Все, лучше я закончу. Мне, наверное, задом не нужно было поворачиваться, а вот так просто показывать. Санузел у нас выполнен в единой стилистике, как и душевая. Посередине у нас стоит инсталляция, а над ней стоит люк. За ним спрятан водомерный узел. За инсталляцией у нас находится декоративное освещение, переходящее в потолок. Также мы смогли разместить в санузле небольшую раковину и зеркало с подсветкой. Это двери Aqua Invisible. Так как весь интерьер выполнен в минимализме, мы использовали двери скрытого монтажа от компании Sofia Doors от линейки Aqua Invisible. Они у нас покрашены с двух сторон в разный цвет, для того, чтобы темная сторона подходила для темного санузла, а светлая переходила в коридор. В проекте мы применили карниз и плинтус компании Orac. Плинтус мы выкрасили в цвет стен, а карниз оставили белого цвета. Розетки и выключатели у нас черного цвета, компания Schneider, коллекция Atlas Design. У нее очень мягкое нажатие и приятное тактильно. Нет, все, у меня, я устала реально. Да. Я смогла. Основа реализации крутого ремонта лежит в профессиональной бригаде. Хочу познакомить вас с Семеном, компанией «Ремонт-16», которая реализовывала наш объект. Семен, расскажи, как это было.
Здравствуйте. Время простых интерьеров подходит к концу. Сейчас все больше желающих получить классный интерьер от дизайнеров. И в реализации таких интерьеров всегда есть сложности, так как работает несколько подрядчиков, например, по мебели, по поставке, например, там, сантехники, плитки, полов и так далее, и так далее. Плюсом есть очень много требований, которые, значит, ставит архитектор для того, чтобы получилось в конце готовая красивая там квартира или дом. И поэтому на данном объекте, ровно как и на других наших объектах, мы применяем конвейерный принцип построения работы, то есть у нас заходит профессиональная бригада электриков, выполняет полностью весь электромонтажный этап работы, далее заходит сантехники, выполняет сантехмонтаж, штукатурка, стяжка, все делается механизированно, подготовка под покраску и так далее. Чтобы можно было на каждом этапе, во-первых, проконтролировать качество, снять определенные размеры, чтобы можно было в дальнейшем зайти, например, мебельщиком. И вот как мы видим, например, на этой квартире, мы там несколько месяцев назад дали размеры всем мебельщикам, они пришли, встали, все четко, идеально. Собственно, ну и, конечно же, огромная роль самого архитектора, который на авторском надзоре учитывает миллион разных моментов, решает эти вопросы и, соответственно, доводит это до того состояния, в котором это было все запроектировано изначально. Благодарю, Семен, с вами было очень комфортно работать. Спасибо. Реализация данного проекта заняла 12-13 месяцев. Стоимость реализации данного интерьера с учетом черновых материалов, чистовых материалов, строительных работ вышла 70 тысяч за квадратный метр. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наши соцсети. Пока-пока!